Всем привет! Это ТипТоп ТВ, и я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. Сегодня у меня распаковка посылки из Иваново. Я обнаружила еще один магазин текстильный, называется «Текстильный угол». У них даже два сайта, один для оптовиков, другой для розничных покупателей. От одной вещи. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь в ближайшие 10 минут со мной. Я заказала всего три вещи. Давайте же откроем, посмотрим, совпадают ли размеры и вообще стоит ли заказывать на этом сайте. Посылка шла вот по почте России из Иваново. Стоимость около 190 рублей, вес 800 грамм. И шла она около недели, ну как обычно, работает почта России. И вот в такой коробочке все пришло. Я заказывала в подарок какие-то вещи, не для себя. Значит, это вот я уже узнаю платье. Сейчас очень модное платье, ну наподобие бархатных или плюшевое платье. Такой материал интересный. Написано, что 100% хлопок. Смотрите, какой интересный цвет. Такой изумрудный. Были еще синие, по-моему, там на сайте. Еще какие-то цвета. В общем, выбор есть. И много вариантов размеров. Поскольку я заказывала в подарок, вот, и мне нужен был именно 50 размер. Вот. Здесь спереди с запахом модель. Пояс вот такой вшитый. И дальше идет тоже юбка, как бы низ тоже с запахом, вот с таким, и закругленные очень интересные края. Вот, вообще, я смотрю на камеру, немножко по-другому камера передает, более яркий цвет кажется, и более такой, как бы, мятый, что ли, материал, не мятый, а вот такой он более волнистый, нет, он более гладкий на самом деле в жизни. Значит, что еще? Как мне показать, рукава вот такого плана, вот. Внутренняя отделка, и давайте посмотрим по низу. Так, что здесь, 163 номер, и вот такая отстрочка по низу изделия, закругленные края спереди у юбки. Молнии никакой сбоку нет. Состав указан, вот, 100% хлопок, размер 164, 100, 108, значит, 164, я так понимаю, это рост, 100 это нужно делить пополам, значит, 50 размер. Россия Иваново, сделано по ГОСТу, и стирать при 30 градусах, можно гладить на единичке. В общем, вот такое платье интересное, как раз вот сейчас на весенний такой период, оно плотное. Детский костюм, футболка с наклейкой, с такой яркой, интересной. По низу резиночка, мягкая, очень приятная. Таким образом здесь прострочено все. Очень мягенькая, кстати, ткань, вот этот вот трикотаж приятный. Так, что здесь? И давайте посмотрим состав. 100% хлопок, понятно, детский костюм, дата изготовления 18 год, тоже стирка при 30 градусах, ну как обычно, уход за вещами из хлопка, вот, и штанишки, вот такие, сбоку вшита полоса контрастная, по низу манжетики, тоже из трикотажа тонкого, мягкого, и сверху резиночка, вот тоже на лето костюм. Для мальчика, конечно же, там есть и для девочек, и для мужчин. Ой, смотрите, какой мне положили подарок. Наверное, это мыло, потому что я видела, что у них тоже есть все для мыловарения, или уже готовое мыло продают ручной работы. Ну, в общем, вот такой подарок положили, цветок мыльный. Так, тоже приятно, конечно. И что?
Что еще? Вот, мужскую заказывала футболку, тенниска, потому что она с воротником, с пуговками. Давайте посмотрим. Футболка мужская, текстильный угол магазин этот, ну, здесь так и указано, 100% хлопок, размер 50, Иваново, 2018 год, тоже стирка при 30 градусах. Значит, что здесь интересного? Вот такой трикотажный воротник, так все и должно быть, как обычно вот у таких моделей. Здесь внутри вот такая отделка, три пуговки контрастного цвета черного. Надпись сделана термокраской, это не наклейка, не нашивка. И вот края рукавов таким образом, и низ вот подшит. Что вот эта планочка усилена флизелином. Вот, вот здесь вот, если отогнуть сильно, там усиление флизелином, вот чтобы здесь планка с пуговицами держала свою форму после стирки и во время вообще носки. Вот такая. Конечно, были и других цветов, но вот нужна была такая именно спокойного такого серого цвета. Еще очень мне понравился костюм мужской. Вот хотела сыну купить, но не было в данный момент размера. Буду в следующий раз заказывать. Сайт очень хороший, мне понравился, потому что цены адекватные. Видите, все чистый хлопок, товары пошиты, отечественные. Вот, поэтому, конечно, рекомендую к заказу, тем более, что у них два сайта, еще группа ВКонтакте, один сайт для оптовиков, там от 3000 можно закупать, делать заказы, и один сайт для розничных покупателей, то есть можно от одной вещи заказывать, понадобилась вам, допустим, футболка, заказывать, и все, никаких проблем. Все это доставляется по почте или транспортными компании, курьерскими службами вы выбираете сами, и способы оплаты тоже выбираете сами. Все удобно, доступно, современно, так что рекомендую, пользуйтесь. Всю информацию об этом магазине, естественно, вы можете увидеть внизу в описании под этим видео в инфобоксе. Ну вот и все на сегодня. Если обзор был вам интересен или полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также вступайте в группу ВКонтакте. Будем общаться, обмениваться опытом. Желаю вам, как всегда, крепкого здоровья, благополучия вам и вашей семье и только полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной.